Пешик, ставь чайник. Мне понадобится больше чая. Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить Elden Ring. В прошлой серии мы с тобой завалили крылатого дракона Экхила, но на самом деле мы-то знаем, что это на самом деле был Мидир 2.0. Вот, пришли вот на эти болота, познакомились с самураем Юрцом, вот, которым мы не очень смогли поговорить, потому что нам помешали, и мы продолжаем исследовать болотки потихонечку. Потихонечку, аккуратненько продолжаем исследовать. Я тут заметил какие-то огни, факелы, вот что-то такое, поэтому мы пойдем сюда, наверное. Тут ребята... Что-то явно делают, очень странное, страшное. Да коло, мы, может, немножечко это... Алло, алло, а что мы не делаем? Так, как я хочу. О, ну. Что? Что-то пиздит. Почему я не могу в стелсы войти? Подожди-ка. Я же жму. Да это не это хочу жать. Я хочу жать С. А что С не жмется? Подожди, что за прикол? Я кнопки перепутал. Я вроде С-шечку жал всегда. Подожди еще раз. Прыжок, прыгнуться, встать. Прыгнуться, встать. X. Почему X? Когда это стало X? Если это всю жизнь было C? Подожди, это когда успело поменяться? Я не понял. C. Ты давай, тут мне не это, игра. Вот же, блядь, C-шка. Всегда C-шка была стелс. Ты что делаешь? Там не игра такое. Так, ладно, все, аккуратненько идем. Идем аккуратненько. И будем... А, подожди, он какой-то... Ты иди нахуй вообще. Подожди. Вы, ребята, как тут, а? Да ты чё воняешь-то? Ну-ка, на-ка, подожди. Я избавил его, если что, от страданий, от мучений. Я не злой. Я не злой, все хорошо, я добрый. 5 косарей к игре у меня. Давакин, говорит, давакин. Пес барбос, блядь. Какой-то страшненький. Ну, что-то говорит, давакин, блядь, не знаю. Давакин, блядь. Не, не вышло. На-ка. Ну ладно, это ложки какие-то, я понял. Можно не стелсить. Можно не стелсить, это какие-то лохи. Я все понял. Так, ну давай, давакин, блядь. Так, подожди. Это вот не лох. Собака не лох. Собака вообще не лох ни разу. Мы немножко переключились на меч, короче говоря. Внезапно. Ходил я все с этими своими трезубчиками. Опять переключились на меч. Будем с мечом немножко походим. Так, на-ка. Давакин. Я не знаю, пацаны, вы что-то вроде и опасные, вроде не опасные, непонятные какие-то. Поэтому вот на всякий пожарный вас уничтожаю. Вдруг вы какие-то опасные, вдруг у вас есть какие-нибудь скрытые таланты. Или что-нибудь такое, мало ли. Лучше предостеречься. Золотая руна 2. Хорошо. Это все хорошо, куда меня это все приведет? Куда меня все вот это вот приведет? Давай почитаем, что у нас тут такое. Бой верхом, попробуй. Впереди группа. Осторожно, опасность. Бой верхом, попробуй. Типа, опять мне нужно моего мейнкого жопочку поточу куда-то использовать. Ну да, вон тут все бегают на нем. Ну-ка, подожди-ка, давай попробуем. Я пробую вот так вот просто. На-ка, на-ка. А что за бабака такая опасная? Ну-ка, подожди-ка. Бабака здоровая, бабака опасная. Подожди-ка, секундочку. А где группа врагов-то? Дай хоть посмотрю-то. Вот эти крысы. Вот эти крысы, группа врагов. Ну на. Все? Это группа врагов? Вот это группа врагов, блядь, вот это да. Говорит, верхом попробуй, опасно. Ну да. Слушай, что-то как-то, по-моему, слишком опасно, я даже не знаю, что и делать. Ну жестко, не знаю, опасно как-то, согласен был вообще, прям не знаю. Руническая дуга, новая. Это у нас что такое? Что за руническая дуга? Дай позырю. Это у нас где? Это у нас вот здесь даже. Так, это у нас что, воспоминание, вернись в последнее место, возвращенное благодать, потеряв все руны... При использовании благословляет вашу великую руну. Чаво? Благословляет мою великую руну? Руническая дуга? Может быть это... Не, ладно, пока не знаю. Гадать не буду. Хотел сказать, что это что-то, что улучшает Эстус, но... Не знаю. Не знаю, не ведаю. Так, ну что, закрыто? Не закрыто. Он говорит, да мне похуй, у меня нет закрытых дверей. Нормально. А мимики здесь существуют в этой игре вообще, нет? Ну, вроде не мимик, да? Вроде не мимик, вроде нормально все. Вы попались в переносную ловушку. Ага. Куда меня перенесет?
куда-нибудь, так сказать, нахуй, да? Если нахуй пошлю, не заблудишься. Дорогу знаешь. А, и грузится-то что-то там далеко, очень долго. Это переносная ловушка. Кристальный туннель Селии. А это, я так понимаю, назад, да? Ебать. Ебать, что происходит? Ну-ка, ты жесткий, блядь, ты жесткий, ты жесткий. Ну вас нахуй, подожди, мне сюда рано, походу. Не-не-не, мне сюда рано, давай обратно. Давай меня обратно вертай. Давай вертай меня. Верный гравитационный камень, говорит, нехуй. Никуда ты обратно не пойдешь, блядь. Прикольно, прикольно, ребят. Прикольно, я, конечно, телепортнулся. Обобрать труп облом блестящего камня. Хорошо, блядь, хорошо. Это что нахуй? Пять 700 я проебал, так что внимание, дамы и господа. 5 700, как тебе, а? Хорошая сумма, чтобы проебать? Ну, я знаю, что ты мне уже напишешь про то, как я проебался. Ну, так, да, ладно. Бывает. Что я могу поделать? Ну, бывает. А, здесь я, блядь, хорошо. Если здесь, то хорошо. Но почему я здесь? Вот вопрос. Это вопрос, на самом деле, на миллион, блядь. Непонятно. Так, ну-ка, давай-ка. И раз, блядь, хорошо, хоть так, блядь. Так, на-ка, на-ка, на-ка. Так, пока в меня ничего не полетело. На-ка, ага, на-ка. Сейчас полетит, блядь, сейчас уже кастуется, уже готовится, блядь. Уже там все готовится. Да, да подожди ты, старый. Так, секунду. Да, попьем, пожалуйста. Вон уже летит, блядь. Уже летит в меня, говны. Так, а я могу тут? Я не могу тут никого даже призывать. Я ничего-то не могу делать. Ах, помогите. А, я хочу домой, домой. Впереди креветка. Вот креветка это да, креветка это опасно, блядь. Креветка это жесткая, реально что-то. Да ёб твою мать! Креветки опасные, пиздец. Да ёб твою мать! Ать, хорошо. Хорошо, хорошо. Главное не креветка. Главное не креветка, и тогда все нормально. Ага, великолепно, хорошо. Так. И раз, и два. О, бля, креветка, 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 креветка. Пизди креветку, пизди креветку. Ага, нихуя. Пизди креветку, пизди креветку. И давай, давай, на-ка. Подожди, подожди, попью, попью, попью. Попьем, попьем, попьем. Раз, попили. Ать. На-ка, хорошо, минус креветка. Нет, не минус креветка, не минус, не минус, не минус. Хорошо, теперь минус. Блять, опасно, зеленуха. Давай побыстрее, зеленуха, копись. Копись, зеленуха, хорошо, минус одна креветка, это уже прекрасно. Креветка это, блядь, опасно, креветка это жестко. Так, что-то мне вернули тут, это что я могу обыскать? Что тут было? Получить материалы. Треснувший кристалл, Ну я предлагаю смотреть это все, наверное, потом, да? Или чего? Или сюда пройти немножечко? А сюда нельзя пройти, почему? Почему? Потому что пошел-ка я нахер, да, или что? Ну, походу, да. Там он выход какой-то, по всей видимости. Бля, херово. Херово. Ну, креветка, блядь, нихера себе, креветка тоже говорит он мне. Так, где вторая-то? Вон она. Угу. Давай аккуратненько подберемся. Попьем вначале. Хорошо. Тык. Та-дам, та-дам. Ать. Ать. Раз, блядь, два, блядь. Трис, подождис, подождис. Ага. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Великолепно, я хотел сказать, но не скажу. Ать, вот теперь скажу. Вот теперь скажу. Великолепно, прекрасно. Бабочка Эонии. Ну ладно, хорошо. Ой, ладно, теперь хоть нормально можно тут походить, посмотреть, что да как. Так, собираем кузнечный камень. Пятерочка, прикольно. Ребят, вы в курсе, что вы тут полезное дело, оказывается, делаете, нет? Вы тут камни всякие достаете, нормально. Хорошо он тут. Подожди, стой, стой, стой. Все, 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 ладно, я пошел. Что-то какие-то тут все равно опасные идиоты какие-то. Так, попили. Попили. Не знаю, что против них пока делать, на самом деле. Получить материалы. Что это такое? Это треснувший кристалл. Это треснувший кристалл. Хорошо. Так, раз, сюда пойдем. Они меня, в принципе, не трогают. Чем мне их трогать? Ать-ать-ать-ать-ать-ать. Хорошо, получили материал, получили. Так, ну-ка, иди отсюда. Иди отсюда. Панч. Ну-ка, не на мне тут. На-ка. 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 Хорошо. Со спины ударили. Прекрасно. Так, теперь следующий, да, у нас идет? Дружочек, пирожочек. Давай, давай. Раз, раз, хорошо.
Так, попробуем дальше. Блин, надо было критануть просто, да и все. Что-то я не подумал. Ну ладно, хорошо, тоже, в принципе, нормально, тоже сойдет. Задалбывание тоже заходит, как бы, в принципе. Так, собираем все эти материалы, не знаю, потребуются они или нет, но их копают, как бы, поэтому что нет-то. Так, давай попробую сзади зайти аккуратненько. И... блять, не получилось что-то. Что-то не получается. Еще и какой-то кашель появился. Так, ну не надо, не ударяй. Заходим сзади. Не вышло зайти сзади. Сзади войти не удалось. Так, ты мне флягу немножко восстановишь, нет, хотя бы чуть-чуть? Ничего не восстановишь, да? Ну я понял, пошел-ка я нахер, я понял. Золотая руна, пятерик, хорошо. Золотая руна есть, ладно. Давай дальше путешествовать. Давай наверх сходим, наверное, все-таки попробуем. Что поделать-то? Давай наверх, посмотрим, что здесь было тоже. Тут куда-то наверх, потому что можно пройтись. Непонятно куда им. А, вот здесь вот тоже что-то тут делает. Здравствуйте, вы тут что делаете? Ага, на-ка, держи. На-ка, держи. Тебе как, нормально, дядя? Тебе нормально? Хорошо, я не специально. Я вообще не специально, ну так надо как бы. Блять! Пизда Ивановна. А, это пиздец. Откуда она здесь? Ну что это за хуйня-то? И опять все по новой. Ебучие креветки, господи. Кто их придумал-то вообще? Это я где буду? Ничего не понимаю. Это что за локация мне показывается? Что это-то такое? Ну понятно, я там же. Кристальный туннель Селии. Угу. Все креветки у нас на месте, да? Ну конечно, они на месте, естественно. Где же они еще-то могут быть? Так, тогда что мы будем делать? Скажи мне, пожалуйста, снаряга. Снаряга, дай мне снарягу. Во-первых, у нас есть шлемик, но он херовий. И повязка простолюдина, но она тоже не очень. Она тоже говно какое-то. Это мы убираем. Волков призвать не можем, это плохо. Это ничего тоже не можем. Я не знаю, будет ли вот это вот лучше на них действовать. Оно, в принципе, быстрее, конечно. Оно, конечно, быстрее. Насколько оно лучше, я не знаю. Так, ну-ка дай-ка возьми в дырки. Давай попробуем на вот этом вот дурочке. Сверху попробуем, короче говоря. Блять. Да заебал, ну это нечестно. Ну это нечестно, блядь. Ты посмотри, что делает. Ну что это такое, блядь? Это честно разве? Это, по-моему, нихуя не честно. Че какая-то залупа, согласен? Нет, дружочек? А, ну нормально, слушай, кстати, гасит хорошо. Гасит-то хорошо, прям мне нравится вот эта вот кровотяка, когда накапливается, да? Прям гасит вот эту вот хрень прям снаружи. Вот хорошо прям. Это хорошо. Так, кривитулька где? Вон она, блядь. Вон она, мразь такая. Иди сюда давай, иди как-нибудь. Спускайся давай. Пофайтимся. Давай, блядь. Давай там. Ну застряло, понятно, ладно. Застряло так застряло, нет так нет. Так, дай-ка я все это получу. Ага. Ага. Блин, как же теперь быть-то? Как же теперь быть? Что же делать нам? Что же делать нам? Я не знаю сам. А вот сюда можно было пройти всегда, кстати говоря. Так, а вот сюда вот как надо только запрыгнуть, подожди-ка. На как-то вот сюда вот запрыгнуть, по всей видимости, вот так вот. Ага. Так, ребята. Да иди нахуй! Пиздец. Взял, съебался просто от дебилушек. А я не подобрал хэпписы свои, блядь. Я не подобрал. Я не могу по точу призвать, я не подобрал. Блядь. Осторожно справа. Шо там? Здорово. О, заебись. Минус все наши рунки. Минус все. Я не могу ничего сделать. Я не могу отсюда выбраться. Вы понимаете? Вы это понимаете? Я не могу, походу, отсюда выбраться никак. Неплохое место. Неплохое место. Что за пиздец-то такой? Все руны проебаны. Классно. 8 кэсов. Я столько мог, наверное, левелов поднять. Господи боже. Сколько я всего мог сделать, наверное. Так, а я точно не могу никуда. Ну, конечно, вот я не могу. Я вообще где-то в очке. Или всегда я мог. Нет, не мог. Ладно, хорошо, давай пробовать. Здорово. Сразу тебя просто раз. Ну, заебал, я тебя бью, нахуя. Зачем я его бью, объясни мне. Здорово, давай. Спрыгивай нахуй оттуда.
Спрыгивай, спрыгивай. Ты спрыгнул вниз. Ты спрыгнул вниз. Ты идешь сюда драться. Ты идешь сюда драться со мной. Не там, сверху, стоя, дресня вот эта вот. Иди сюда, ко мне. Иди ко мне. Давай. Иди сражаться. Иди сражаться, как мужик. Этот еще там, да, тоже активизировался? Конечно. Вдвоем-то нам это мало. Точнее, одному. Читерской креветки одной. Ты идешь или нет? Он не идет. Ну, подождем. Подождем, спешить некуда. Давай, 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 давай. Спрыгивай, 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 спрыгивай. Спрыги, да не это мне надо. Спрыгивай, блядь, давай драться. Дерись, как мужик, блядь. Блядь! Не работает нихуя вообще ничего. Прыгай! Спасибо. Спасибо, блядь, что ты... Ну я тебя бью, да куда ты, что ты делаешь, игра, блядь? Зачем ты так делаешь? Для какие цели ты преследуешь, я не понимаю. Почему он куда-то поворачивается? Почему враги меня умудряются пиздить, если я их пизжу? Ты когда-нибудь вот дрался? Вот объясни мне. Вот ты когда-нибудь дрался? Я в своей жизни много дрался, и знаешь, когда мне прилетает въебало, у меня нету в этот момент мысли какой-то. Например, так, получается, меня бьют, а я в это время буду замахиваться. Я в это время сделаю так. Раз, два. Никогда у меня, когда я получал въебало, не было такой мысли, понимаешь? Никогда в жизни, блядь. А тут так он такой говорит, а кстати, отличная идея. Ой, говна кусок. Ну все, мне пизда. Мне, кстати говоря, пизда. Вот, если вам интересно, то мне пизда. О, он сдох, ладно, мне еще может быть не до конца пизда. Но у меня нету хэпписов. Хэпписов не хэпписов у меня. Хэпписки не хэпписки у меня. Там еще снизу и здесь, блядь, тоже. Хорошо, хорошо. Нет, нехорошо, все, мне пизда. Как отсюда выбраться, скажите мне? Я все, я застрял на века, да? Можно дропать игру уже? Или что? Я застрял навсегда, на всю жизнь. Как это работает? Тут ничего нельзя сделать. Не призвать, не херезвать, ничего нельзя сделать. Ебучие креветки еще. Что это за прикол это? Френдли игра, блядь. Если я не хочу тут быть, вот мне что нужно сделать? Так, ладно, давай возьмем другое. Давай возьмем хотя бы этот меч. Он как-то, не знаю, все равно получше смотрелся. Алебардецкую может взять. Не, не хочу алебардецкую. Хочу вот этот меч. Хочу его в две руки. Давай хоть так, блядь, я не знаю. На-ка, на-ка. Не, пиздец, он медленный. Пиздец, он медленный. Я ебал, какой он медленный. Ты меня еще и посраку. Ну, конечно, естественно. Так, дай-ка я возьму вот это вот. Не, эти получше как-то мне смотрелись. Ты пойдешь сюда. Пойдешь сюда драться. Иди сюда драться. Ну ты не торопись, не торопись. У нас тут котлетки. С макарошками, блядь, горит. С пюрешкой. Ах, блядь. Ну я не понимаю этой хуйни. Ну вот пиздят тебя, ну пиздят. Ну явно пиздюлей ты огребаешь, блядь. Ну как можно при этом дамажить? Как можно быть креветкой сраной, ебучей? Драченой в говно, господи. Ой, креветка. Но. А, ну понятно, конечно, конечно. Да, конечно, конечно. Давай я все выпью, давай я все выпью, давай я все выпью. Так же будет вам попроще, наверное, когда я все вообще выпил, да? Когда я все выпил, тебе попроще такая игра будет или что? Я уже все, я уже до свидания, блядь. У меня ничего нету. У меня ничего не осталось. Ну, все, пиздец. А как выигрывать? А что делать? А что делать-то мне, блядь? Перезагружаться или что такое, мина? Винду переустановить, чтобы съебаться-то из этого места. Я не хочу тут быть сейчас, мне неинтересно здесь. Я ничего им не могу сделать. Я просто нихера им сейчас же не могу сделать. Я не на том уровне, типа, развития оружия и тому подобное, чтобы врагов тут так щелкать. Я понимаю, они полетали там с атак, не знаю, 3-4. Так они улетают с атак 500. Что мне надо сделать-то вот это вот? Может быть, кристалл какой-нибудь заюзать, который я тут забрал здесь, нет? Может, всегда ответ был на поверхности, вот это вот. Верообразную руду взрывает гравитационный взрыв, наносит ОК. Может это вот взять тогда, я не знаю. Может он их прям дамажит очень сильно. Ну-ка. Ну смотри, это дамажит хорошо, да. На-ка тебе, блядь. Так.
А я могу точно так же креветку ёбнуть? Ага. Я могу отсюда нацелиться на нее? Конечно, не могу. Конечно, не могу. Так, ну-ка. Не, она так не работает, смотри-ка. Эта херня так не работает, но это прикольно. Ладно, нашли какой-то выход небольшой. Чуть-чуть нашли. Так, эту я убираю тогда. Сюда ставлю тогда что? Разбейте камень, создайте куски магии. Вот это давай тогда возьму еще. Ты меня забыл? На там! Ага, хуй. На-ка. Ну нормально, слушай, дамажит хотя бы издалека, блядь. Хоть что-то далекое. Хоть что-то далекое. На-ка. Ну конечно, я не попал. Естественно. Так, нули вот эти вот сдохли у меня. Нулики. Давай вот это возьмем. Почему бы нет? Так, хорошо. Хорошо. Где ты? Так покажись, блядь. Неплохо, ладно, нормально. Мне это нравится, блядь, теперь я тоже так умею. Убежали в домик, убежали в домик. Убежали в домик, подожди-ка немножко. Так, попью. Хэпсов не так много. Так, где моя... Где мои кристаллики? А то что я не могу их сделать? Почему я не могу их сделать? У меня они кончились, что ли? Они у меня есть, почему я их не могу сделать? Интересно, блядь. Магии нету, серьезно, они требуют магии? Они требуют маны? Вы что, рофлите? Давай быстрее, пожалуйста, спасибо. Все равно меня ударить умудрился, говно. Ладно, давай вот так вот. Раз, раз, раз. Отпрыгнули. Раз, раз. Отлично, хорошо, успели. Успели, чтобы без дамага. Так, ладненько. Давай вот это пособираю тогда здесь. Я не знаю, что еще делать. Ага, здравствуйте. Краснорыцарь, приветствую. Ага, так. Вот это будет работать? Нормально. Не туда. Ага, вот это вина. Прыгни, ну что ты стоишь-то? Ну что ты стоишь? Ой, в меня летят орудия. Я буду стоять. Это я. Да, мана кончилась, пиздец. Это требовало ман. Ну, блядь. Ой, начинаются страдания обратно. Ладненько, давай тогда что будем делать? Что будем делать? Муравью как хуй приделать. Так. Тогда. Где моя креветка вот эта вторая? Она где-то там? Или я ее убил уже все-таки? Не понял я. Ну ладно. Как же сделать так, чтобы меня не заебашили, и чтобы я разъебашил? Спокойно. Смотрим. Нас пока не видят. Креветка вон одна, блядь. Вон вторая. Два куска говна. И как я вас обоих захуячу здесь? У меня нет вообще ничего просто. Был бы какой-нибудь лук. Было бы хорошо. Плохо? Плохо, блядь. Все как-то очень некрасиво, нехорошо. Все как-то очень херово. И мне оно не нравится. Так, что делать, что делать, что делать, что делать? Давай мы тогда пока... Да куда, блядь? Встань, да встань, в кнопках я путаюсь. Давай тогда пока туда, может, пройдем, нет? И раз, хуёво. Все, меня заметили. В меня уже летит, конечно, через дебри. Через всю хуйню, через всю карту, залупу, говно. Да-да-да-да-да-да-да, ладно, убиваю уже, убиваю, похуй. Убивай, читы, убивай. Читы убивают, пацаны, если что, имейте в виду. Не пользуйтесь никогда читами, читы видели, как убивают? Взяли вот эти вот читы свои и убивают меня. И все. И не хотят ничего знать. И не хотят более нихуя знать. Ладненько. Ладненько. А я могу воспользоваться каким-нибудь любым возвратом в нормальную игру, пожалуйста, нет? Я понимаю, что я попал в какую-то ловушку. Но это же бред. Это же бред. Эту ловушку может попасть вообще кто угодно. И что он будет делать? Типа я бы скорее дропнул игру тогда. Ну-ка. Спасибо. Куда я вернусь? Куда я вернусь, главное? Туда же? Туда же, блядь, да? Креветкам ебучим. Только попробуй меня креветкам отправить, блядь. Ой, блядь.
Ой, сучамба, блядь. Ой, сучамба. Так, ладно. Делаем тогда что? Делаем тогда ход коняшкой, блядь. У нас есть мана, правильно? Мана есть. Мана восстановлена, мана есть. Ладно. Тогда делаем вот это. Ставим вот это еще. Также ставим вот это. Кукри. Нам нужно все, что угодно дальнее. И делаем вот так вот. Хорошо. Так, во-первых, подберу деревце. Нормально, этот ушел. Этот здесь. Давай в него тогда. На-ка. 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 Отлично. Хоть чуть-чуть снесли. Давай, атакуй и забудь меня. Забудь. Забудь, что я тут существовал вообще. Забудь про меня. Забудь про меня. Все? Забыл? Забыл. Так, ну не он. Ага. На-ка, блядь. Ага, хорошо. Так, одни кончились. Я думаю, они побольше, конечно, дамажат. Ладно. Давай вот эти. Ждем. На-ка. Ага, вот это получше дамажит, хорошо. Блин, они летят по такой тупорылой траектории какой-то, прям не знаю вообще. Реально аими, реально читы, ну это же пиздец. Это же какой-то пиздец, нет? Все, забыл? Давай забудь, блядь. Забудь, что я есть. Прыгни, ну, блядь, ну я же вижу, что летит. Ну я же нажал миллиарды раз. Ну отреагируй ты, игра, ну пожалуйста. Ну хоть в одном, блядь, соусе она будет реагировать на то, что я нажимаю кнопку или нет. Все, смотри мне, пизда. Спасибо, отреагировал хоть чуть-чуть. Ёбаный в рот. Сколько ж тебе надо было дрочить-то ради этого? Ага, да-да-да. Да-да-да. Еще будет? Нет, не будет. Ладно, хорошо. На, последний тебе подарочек. Хорошо. Как бы не его убить? И было бы хорошо. Но как его убить? Вопрос на миллион, конечно. У меня больше нихуя нет. У меня больше ничего нету. Вообще ничего нету. Плохо? Плохо, очень плохо, очень херовасто. Так, может ты меня просто забудешь, да и все. Как страшный сон. Но если я побегу на него, то мне даст пизды вот этот, правильно? Правильно. Смотри, если я вот так вот пойду. И на него нападу, типа. Ать! Ух, блядь, как я так задожил-то. Хорошо, хорошо, нормально, нормально, нормально. Подожди, 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 подожди. Стой, ну дай тебе ударю-то. Хорошо. Дай ударю. Убей. Молодец, молодец, молодец. Попили, попили, попили. Хорошо, хорошо, попили, попили, попили. Следующий, next, 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 next. Next. Ой, молодец, почти, молодец, молодец, хорош. Красавчик, этих дебилов давай. Ать, хорошо. Так, взрывают, все взрывают, ладно, хуй с ним. Ну, блядь. Я понял, короче, их надо давить как-то мечом, походу. На-ка, 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 на-ка. Ага, отпрыгнул я. Отпрыгнул. Блин, пацаны, по одному, по одному. По одному давайте. Давайте по одному. Нормально, хорошо. И... Нормально, ладно, сойдет. Хуёво, конечно, но сойдет. Так и быть. Так и быть. Так, ну-ка. Фух. Так, куда-то движемся, блядь. Куда-то нахуй движемся. Нормально. Это все мы забираем. Ну давай уже, отлично, молодец. Я все жду, когда дропнется. Ну не дропнется, а вот эта вот херня сделается. Так, что у нас здесь? Что-то забрал с нее, интересно же. Впереди материал. Какой? О, кузнечный камень, ну здесь кузнечных камней, конечно, до хера прям. Набрать можно нормально. Хорошо прям. Это прям прекрасно. Фух, так. Что будем дальше делать? Сюда пойдем?
Осторожно, вверх. Что там опять, блядь, вверх? Опять кривитолька. Опять кривитолька. Блядь, страшно. Страшно. Впереди ты не имеешь права, отсутствует. Тайная тропа. Ну давай, тайная тропа, давай. Нет? Ясно. Ее нету на самом деле. Блять, куда идти-то? Вы надоели. Вы надоели, куда идти? Я не понимаю. Так, подожди, ладно. Надо наверху разобраться. Там что-то наверху итем был. Мне очень нужен этот итем. Я понимаю, что я сейчас могу сдохнуть. И опять всю серию креветочную вот эту вот, блять, с ними провозюкаться. Но все равно надо. Все равно надо. Ага. Так, дед, спокойно. Хорошо. Не-не-не, давай тут сам, сам по себе, блядь, не надо. Раз. Бля, все равно ударил ты быстрее. Все равно ударил. Нормально, хорошо. Так, а мне еще что-нибудь восстанавливает ХП? Какая-нибудь рябина, херина, нет? Альбина какая-нибудь мне восстанавливает ХП, нет? Ничего не восстанавливает, ясно. Ясно, ничего не восстанавливает мне ХП, я уже все. Я уже до свидания, короче говоря. Понятно. Так, вот там вот есть итем, но его охраняет кревета. Я не знаю, хороший ли это итем, нужен ли он мне, блядь, вообще. Но я точно знаю, что тут есть кузнечный камень. Ага. Это уже как минимум хорошо, я пошел нахуй отсюда. Увядший цветок и листья ферл. О-о-о-о-о, ты куда? Ты куда? Ты куда? Подожди-ка, подожди-ка. Ты куда это? Так, тут нихуя нету. Подожди-ка. Ну-ка. Давай вот так вот. Достанет? Пожалуйста, достань. Не, конечно, не достанет. Конечно, не достанет. Она меня достала. Она меня, конечно, достала, естественно. Раз. Два. Ага. Так, что же с тобой делать-то? Идет сюда. Идет сюда, это хорошо. Пусть идет. Пусть идет. Пиздец. Пиздец. Профит, блядь. Ясно, нахуй. Просто ясно, просто понятно. Просто здравствуй, просто как дела. Так, окей. Ну, поднимись ты. Это что делает? Давай, лети, лети. Бам, 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 бам. Давай еще, бам. Прекрасно. Так, стоп. Снаряга. Не бей меня. Ага. И на еще тогда. Раз. Раз. Отлично, отлично. Ну и все. Ну и все, подожди, ну и все, это плохо. Так, крест уже кристалл у меня, блядь. Какого ж хрена-то? Да блядь, что? Он меня шотнул. Что? 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 Ладно, короче, план прост, потом красив, смотри. План прост, называется план безумие. Как у тебя план называется, а? Хорошо, хорошо, мне тоже нравится, как называется план. Да, мы всех переубивали, да, мы все такие молодцы, но это ни к чему не приводит, как ты видишь. Это ни к чему не приводит, значит, какой план? Значит, план Rush-Ебаш, я его называю, короче говоря. Поэтому я забираю нахуй свой итем. Мне похуй на всех креветок. Похуй, я говорю, мне на всех креветок. Дай мне мой итем, блядь. Все, я получил руническую дугу. Мне поебать. Это моя руническая дуга. Моя. Все. Она не твоя, ничья. Она моя, блядь. Ни креветок, ни все. Мне поебать. Так, дальше. Смотрим дальше. Давай быстрее. Ну, загрузочку. Ну, ты что? Там пещера. Что ты пещеру долго загружаешь, что ли? Сколько можно пещеру-то загружать? Она не такая уж грузоемкая. Руническую дугу подобрали. Все, ебашим дальше. Все нормально. Классно, прекрасно. Все. Пошли нахуй все. Пошли все креветки. Нахуй все нахуй. Давайте, до свидания, блядь, наберете. Наберешь, давай, давай, давай. Все, пока, ага. Я уже сюда. Я уже все, я уже как дома. Погнали. Отлично. Ну вот мы, собственно, и добежали до сюда. А вот и костер, кстати говоря. Вот и костер, еще охуеть. Тут еще и костры бывают. И че, я могу теперь все телепортнуться отсюда наконец-то или чего? Нихуя я не могу, смотри, вот здесь крестики стоят, это я походу не могу. Мне кажется, не могу. Все, да? Мне надо куда-то
Вообще непонятно куда бежать, чтобы что-то тут все сделать нормально. Гнилая смазка еще одна. Впереди тайная тропа. Как ее открыть-то, блядь? Что мне надо сделать? Е-Р. Ну это я попил. Ну это ничего не делает. Ладно. Ладно, как скажете, ладно. Хорошо. Тогда побежали. Ты что, в приседе, что ли? Зачем ты в приседе? Не надо в приседе. Давай сюда. Узри. Не верю. Ясное небо. Неожиданно. Почему опять необходимый предмет? Что? Все, я могу тэпнуться. Ах, я хочу домой. Не могу. Не могу тэпнуться я. Хорошо, и что ты мне предлагаешь делать здесь? Ты мне предлагаешь бороться с каким-то чудо-юдой, блядь? Или чаво? Или чаво ты мне тут предлагаешь? Ну, арена как будто бы именно для этого. Как будто... А что за музыка? Чё такого? Чё происходит? Почему ты так делаешь? О, нихера, это здоровая баба. Здоровая баба. Бабинцы. Так, ну-ка. Хорош тут дымить, хорош дымить. Все, ты не дымишь? Ты не дымишь? Нет, ты дымишь. Ты дымишь еще как? Ну ладно, нормально. Так, на-ка. Хорошо. Нормально. Копим зеленушечку. Ой, блядь! А как так сделал? Ну давай, накапливайся там. Хорошо. Все, минус штука. Минус штука одна. Получил я сразу у него, по-моему, 500-ку даже, нихера себе. Ладненько. А зачем я это делал? Для каких целей? Для каких целей? Какие цели я преследую? Это что такое? Подожди, штучка. Это чего такое? Я что-то видел, тропа какая-то, подожди-ка. Дай-ка мне вот это вот еще. Что это такое? А мне что-то очково здесь ходить, блядь. Я ничего не понимаю, что происходит. Так, ну тропа. Болото Эония. Она меня куда ведет-то? Сюда. Побежали. Я не знаю. Не, хуйня какая-то эта тропа. Какое-то говно. Еще и кровотека на меня тут в этом болоте. Ой, бля. Забрели. Куда забрели? Для чего? Для кого? Зачем надо было? Какие-то кровавые болота, блядь. С какими-то вулканическими гейзерами. Ёб твою мать, там еще что за говно какое-то? Что это за говно? Ну-ка, подожди, дай посмотрю. Что это такое? Это огромный шарик. Это не та херня разве, которая жук-жужук, который мне дает хпшки, типа, если что. Это он, но он, по-моему, какой-то агрессивный тут, нет? Эй-эй-эй. Где там? Копится у меня что-нибудь или нет? Оно у меня вообще ничего не копится, да, по-моему, на нем кровотечение? У него какой-то кровотек, вообще пофиг ему. А здесь я, главное, могу признать звездные пустоши. Ой, бля. Так, а все, я могу тэпаться? Да не могу я тэпаться, почему? Во-в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 о. Что происходит в этой серии? Ага, ладно. Я могу призвать, кстати, Игорь, я могу призвать. Давай призовем кого-нибудь. Давай призовем волков как-то с ними поспокойнее, с братьями с моими там. Братаны! Ау! Ага, здорово. Здорово. Ты что такое? Ага, тебя напиздить прямо. Ну, у тебя нет кровотечения, да? Подожди, ладно, это говно. Надо взять другое, надо взять мечик. Надо взять мечик и причем две руки взять. Угу. Давай так все-таки попробуем. Так, волчарки. Давайте, что будем делать-то с вами? Ага. На-ка. Ух, блядь. Какой-то пиздейшн происходит. Ага, хорошо. Попьем. Бля. Это что за ониксы-то? Что за ониксы? Да ебать, кружочек, ты заебал меня.
Че он летает-то здесь так? Резво до хера. Это что-то очень опасное, пацаны. Это что-то очень-очень опасное. Пиздец, да пиздец, да пиздец, да пиздец. Дай мне встать-то, дай мне встать-то. Хорошо, хорошо. Все какашечки раздолбил. Вроде да, вроде даже что-то дали. Блять, что с локацией не так? Что за локация? Подобрать, охренеть. Обломок, пиздец какой-то. То креветки читерские, то какие-то камни ненормальные, блядь. О, что-то уже как-то и опасненько. О, тут можно оседлывать уже. Оседлывать можно, что ли? Я уже и забыл. Да какое, блядь, руна. Ну, давай оседлаем, тут как-то попроще, наверное, будет, да? Это что? Мастер неожиданно. Какой мастер? Какой мастер? Что это? Что это за головешка? Бля, ну это дамажит. Это дамажит. Штукенс это. Я не понимаю, ладно, давай головешку завалим. Давай головешку завалим. Вообще очень странная серия, я ничего не понимаю. Наркомания какая-то происходит, честно говоря. Через сундук отправился в мир креветок, чтобы здесь, в какой-то лавовой жопе мира, победить какую-то голову и камней, блядь, летающих. Я не понимаю этого, конечно. Камни опаснее, чем вот эта башка. Почему у нее так много хэппизов? С какой стати? Ну на. Ну ладно. Минус башка, и чего? И чего? Будь у меня предмет. Какой? Кузнечный камень мрака. Опа. Что-то делаю. Что-то разбивается, что-то делается. Ну ладно, хорошо. Раз что-то делается, это в принципе хорошо. Плохо, когда ничего не делается. Так. Вероятно, безумие. Но вероятно. А зачем я вообще здесь был? Кто-нибудь мне объяснит, блять. У меня мозг взрывается, ты понимаешь? Я вообще ничего не понимаю в этой серии. Вообще ничего. У меня мозга лопается, блять. Мы были в одной части Elden Ring. Теперь мы вообще в другой части карты. Как мы сюда попали, блять, по-нормальному. Вот, типа, ну. Какого хрена тут вообще происходит? Ладно. Ладно, пошли, бежим озеро, может, с другой стороны, я не знаю, как бы, что еще. Болото Эония, да, болото бежим, не озеро, а болото. Может быть, там найдется какой-нибудь ответ на наши вопросы. Я не... Вот это, нахуй, красиво. Вот это красиво, ты посмотри. Это очень классный кадр. Вот это вот скелетошек, это пиздец. Я даже вначале не заметил. Блин, ну теперь понятно, почему это кровавое озеро, оно накладывает кровотечение. Типа, если это кровь от этого чувака... То, в принципе, мне тогда все понятно. Это что за херушки? А, это скелетушки. Но они, кстати говоря, какие-то опасные, по-моему. Бля. Мельницы какие-то. Ну его нахуй, ёбнутые. Видел, понеслось у него. Вот так вот начал хуярить вовсю. Это что? Это собаки какие-то, бабаки. Ёб вашу мать. А чё так дохуя всего-то? Подожди. Это что-то... Блядь! Я пошел отсюда. Звездные пустоши ещё. Это кто? Это кто? Да, блядь! Пацанва, ну я не хочу сейчас... Я не хочу сейчас это все делать. Это я не сейчас хочу. Я еще слишком говно для этого всего. Прах гниющего бродячего пса, заебись. Это, конечно, все классно, но, блядь. Мне оно надо. Мне оно не надо. Я не знаю. Я не понимаю. А вот так вот я побегу, что-нибудь ему будет, нет? Нашему чувачочку. Не, вроде, кстати говоря, нихуя не происходит ему. Ему ничего не происходит, у него просто ноги какие-то кровавые стали и все. Так, руническая дуга опять очередная. И эти дурачки опять очередные, еще и стреляют в меня, блядь, ты посмотри на них. Ладно. Давай по болоту пробегусь тогда. Посмотрю, что да как раз может тут этот наш героический конь скакуть, скакань, скакун. Так, секундочку. У меня уже, блядь, мысли все путаются. Подожди-ка. Костер! Костер! В таком месте костер! Какого хрена?
Где-то посередке какого-то сраного болота костер. Серьезно? Это что за прикол у вас такие? Так, призывайся. Ну это жопа какая-то, я не знаю, конечно. Это какая-то пиздобразие. Это кто? Да здоровались, здорово. Алло, алло. Ага. Ага, нихуя. Так, я могу кого-нибудь призвать, да ведь? Могу же, могу. Чё, нельзя-то? Маны нету, серьезно? Надо было, блядь, надо было посидеть еще у костра. Давай посижу у костра, подожди. Все, хочу посидеть у костра. Давай, 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 иди нахуй. Так, 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 дай посмотрю. Где у меня костер? Командир О'Нил. Пиздец какой-то. Шакил О'Нил или кто? Какой, блядь, командир-то? Подожди-ка, где мой этот-то? Костер-то где? Костер-то где? Где костер? Да где он? Я не вижу. Где костер мой? Это кто? Это он или не он? Кто это, блядь? Командир, не командир? Костер мне дайте! Где-то только что здесь был, алло! Так... Кто? Ты не... Блядь, да! Очень много всего. Ну убей меня, ладно, уже похуй. Закончи это мучение уже, пожалуйста. Это пиздец какой-то, это ужас просто. Сколько всего. Сколько всего за 50 минут. Ну это нереальная херня какая-то. Так, вот, спасибо. Так, я посмотрю, во-первых, что вот это у меня дали. Расход 35. Прах гниющего бродячего... Блять. Прах гниющего бродячего пса. Медузы. В сундуке что вызывает духов трех волков-одиночек? Блять, ну волки это лучше, мне кажется, вариант. Давай волков тогда призываю, да? Ага. Это я, получается, убираю. Это я, получается, вскакиваю. Это я, получается, бежу. И пизды всем О'Нилам дую. Да? Да? О'Нил, здорово. Здорово, О'Нил. Говна ты покусил, нет? На-ка. На-ка. Ага. Соточку нанесли. Соточку какую-то нанесли. Так, 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 спокойно. На-ка. Опа. Нихуя. Не-не-не. Ух, блядь, это кто меня так бьет? Это эти дурачки так бьют? Ать, не-не-не. Нихуйца. На-ка. Ай, блядь, вот это вот и ударил, конечно, меня. Это что за штука? Что такое? Кто это кидает? Это ты кидаешь? Ты не надо так кидать, блядь. Ты не кидай эту хуйню-то. Слышь, что? Слышь, что говорю? Блядь, это плохо. И волков у меня уже всех, волков. Волков, волков. Блин, ну мне кажется, я тут вообще рано к нему пришел, не? Я ему по соточке урона наношу. Это нормально? Блях, я чисто. Красная гниль. Пиздец какой-то. Как отсюда выбираться, я не знаю, пацаны. Так что, последнее место отдыха уж давай, конечно. Тут оно недалеко, тем более, какие клинки и марики. Клин. А, или марики, опять же тоже, да, как хотите. Так, я не могу никуда тэпаться, правильно? Правильно. Как отсюда выбраться? Селия, город магии, говорит. Пиздец, а не Селия. Какой-то вообще жесть. Попутешествую по миру. Да я попутешествовал, в принципе. Ладно, давайте на этом закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в Discord сервер. Подписывайтесь на телеграм-канал. И увидимся с вами в следующих сериях прохождения Elden Ring. Надеюсь, мы хоть что-нибудь сможем сделать с нашим текущим оружием, с нашими текущими штуками. Всем удачки и покасики. Давайте.